пирс на озере, где купаются дети, я решил немного облагородить и очистить от мусора, которым захламили все вокруг, и уже спустя несколько дней это место стало чище. В прошлых сериях я показывал, что было и что стало после того, как это место стали посещать любители пивасика. Несмотря на это, вместе с подписчиками мы вынесли кучу мусора, срезали ветки и сегодня приступили к восстановлению пирса на озере. Пирс, который сорвали с места, был прикреплен назад, ступени закрепили обратно, а ветки, палки, водоросли возле берега очистили граблями. В одном коротком ролике несложно показать результат проделанной работы, но весьма трудно передать, какие антисоциальные личности нас окружают. Всего за сутки быдло уже успели насрать за собой, правда, мусор даже скинули в сумку. Когда смотришь на результат до и после, в голове просто не укладывается, как можно так по-хамски относиться к тому месту, где ты отдыхаешь сам и где будут отдыхать твои дети. Но в итоге не все так печально. Лишь сегодня во время восстановления пирса увидел, что восстановить его ребята все же пытались. А соответственно, прогресс есть, так что подписывайтесь, будем облагораживать место и смотреть на результат.